Всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я расскажу про дебанк, как я делаю его, как к нему отношусь. Так, дебанк — это Web3 хаб-кошелек, а с недавних пор и Layer 2 блокчейн с удобным отображением информации по вашему кошельку в разных сетях. Проект привлек 25 миллионов долларов в раунде серии А с участием Tier-1 фондов, Sequoia Capital, Circle и других. Так, какие затраты на проект дебанк? Затраты на участие от 0 до 130 долларов. По времени минут 30, какая ожидаемая награда? Это токен от Debunk, который будет, но неизвестно когда, вроде как в 2024 году. Где я все это узнал? А именно в Krypton Prime. У меня есть отдельное видео по обзору Krypton Prime. Самое удобное, что там множество проектов, отличное описание, которое и короткое, и сразу отвечает на все вопросы, и сразу же инструкция. А теперь по поводу инструкции, что нам нужно делать? Переходим в раздел «Стрим», после чего создаем свои посты, взаимодействуем с другими постами, оставляем комментарии, делая репосты, трасты. Но вы это сможете делать только если у вас будет более 1000 долларов или VIP-ID. Также участвовать в пользовательских голосованиях в разделе «Vault». Я, кстати, не участвовал, когда прочитал еще раз гайд, сразу сделал и создал голосование сам по фану. Минтим доступные бейджи, я заметил все, которые мне доступны. Также взаимодействовать с L2 балансом на Debunk, а именно сделать какие-нибудь розыгрыши, отправить хай другим пользователям, желательно, чтобы вам кто-то отправил. И дополнительно можно приобрести профиль в Web3 ID. Цена его составляет 96 долларов. Так, теперь мы поняли, что нужно делать. Это публиковать посты, взаимодействовать с L2 балансом, желательно купить Web3 ID, я его, кстати, купил. И почему я считаю этот проект хорошим? Тут сразу же можно посмотреть, как начислят награды. То есть, например, сделали вы пост, а у вас мало подписчиков и так далее, то у вас так называемый реализованный профит поста будет небольшой, 1, 2, 3 доллара. А если вы какой-то известный блогер, у вас много денег на кошельке, много подписчиков, у вас будет больше просмотров и, соответственно, больше реализованного профита. Например, у топов там по 100, по 200 долларов набирается на постах. Я так предполагаю, это повлияет на дроп. Я думаю, то, что раздадут всем, кто сделал минимальные действия, а другим, кто более известен, дадут просто больше. И самое главное, Debunk очень многие используют, он полезен. Нужен ли ему токен? Я думаю, что немногим токен нужен, но самое главное, что Debunk пользуется, это рабочее приложение. Вот как-то так. Ссылка на Krypton Prime будет в описании. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях.